Яль, но я сегодня не один, со мной еще Рувин. Какой Рувин? Ладно, всем здорово. Значит, ребята, сегодня у нас будет такой батл, челлендж, я не знаю. Мы часто проводим на своих каналах открытие сундуков, как и на основном аккаунте, так и на твинках. Но это уже обычное открытие, надоело, и обычные батлы надоели. Сегодня будет у нас необычное открытие, смотрите, как оно будет выглядеть. Мы пвпшимся с Рувином, 3 или 4 делаем катки. Кто побеждает, тот открывает легендарный сундук короля. Но открывает сначала за свои гемы, ну а потом проигравший потом, ему да, мы вернем, как бы, компенсирует. То есть бесплатно получается. Бесплатно кто выигрывает, тот получает бесплатный легендарный сундук короля. Ну, проигравший ему возместит это деньгами, либо гемами, то есть неважно. Вот, значит, ссылочка на канал Рувина или на видос будет в описании, да? Ссылочка на канал Холодика тоже в описании. Да. Играем мы 4 катки и играем на обычном эликсире. Но, ребят, если наберется... На видосике моем, допустим, 10 тысяч лайков, на холдике, там, ну, косарь лайков наберете, то мы сделаем тот же батл на тройном эликсире, тоже с призами. Короче, подписывайтесь, набираем по 10 тысяч лайков на видосах, и мы записываем вторую серию с тройным эликсиром. Да, в этом же режиме. Ну что, ты готов? Деки мы уже подобрали, да, я готов, погнали. Вот моя первая колода, друзья. Ну что, сейчас разнесу его, короче, это будет 1004 легендарных сундука. Так, я тебе кинул. Мы деки, ребят, не знаем друг друга, но мы говорили взять, да, нормальные колоды, да. Ну типа, не Стиви Рояль, а что-то адекватное. Почему? Я Стиви Рояль взял. А да? Ты нет? Не, ну я там, ну, не, они у меня были собраны, не помню где они. Нормально договорились. Да, организованность. Не, ну я взял обычные, нормально, не зашкварные колоды. Я правильно? Тоже, да. А, ну, ну типа, все, да. все. Так, че, мегамуха летит, че ты ничего? Чего? Так, подожди, мне кажется, я подозреваю, что у тебя голем, да, блин? Нет, у меня не голем, это ты с големом играешь. Думаешь? Ты че? Да, я уверен. Ну, ок. Блин, а мой гигант тебя танкует? Подожди. Да, Тун Принц, я понял. А что делать? А что делать? Я не хочу проигрывать. Я тоже. Тогда делаем так. Вот так. Блин, ну ты вышку забрала, я тоже. А ты тоже, почти. Ну почти не считается. Нет. Блин. Ну ладно, нормально. Блин, это весело, это реально азартно. На сундук же играем, не просто так. Изи, поднимай бабло сегодня. Просто так пвпшиться неинтересно. Вот мы с тобой начали эту тему на спор, да? Мы тогда 100 баксов, на 100 баксов. Блин, я проиграл, такой стыд, меня чмырили в школе потом. Серьезно, да? О, я поднял бабло, вообще просто направо-налево его раскидывал потом. Капец просто. Ну, ничего, короче, будем часто челленджи устраивать. Если, ребята, посмотрим на вашу активность, если вам зайдет. Так, а что я делаю? Я не знаю, я тоже, типа, сижу, что-то разговариваю. Так. А мой гигант тут... Опа-ча. А ты что, типа... А чё мой дракон впитал так жестко? Не понял. Мне нужно брать правое здание чем-то, мне нечем, понимаешь? Левое. А, у тебя же правое, блин, это у меня левое. Да. А, у тебя нет... спасибо за спойлер. Так, у тебя тамба есть. Ты сам эту колоду составил или чё? Я, только нет, конечно. Так, счет 1-1. Ты нагнетаешь интригу. Ну, кстати, я пока этот вышку-то прокосил побольше, чем ты, так что нормально. Ну да. Так, ладненько. Блин, у тебя гигант, 2 принца. Я уверен, что у тебя еще какая-нибудь дека с големом точно будет, тоже голем 2 принца. Я чувствую, я уверен в этом. Блин, а ты... Не, ну я не знаю, не надо предсказывать мои колоды, я не люблю такое. Ну блин, чё ты дефаешь? Сиди в атаку, как бы, чё? Неужели... Да, ну ок. Бам. Ого, ты сказал, тебе нечем добивать, ты чё? Ну, это был обман. Ах, ты ж трюки вот эти используешь, да? Маневры, чтобы я повел. Пожалуйста, красиво, оп. А если вот так вот нормально будет, вот так вот, оп. Нормально? Ну, смотри, я кинул неплохой. Да нет, да вы чё, я не хочу ему... Чё, ты хочешь сказать, что ты сундук у меня заберешь? Конечно. Пипец, принц, вырежем эту. Я же не должен проиграть, мы же договорились. Да я шучу, ребят, ничем мы не договаривались, может кто-то не понимает иронию, так. А чё? Блин, что-то у нас проблемы, но учитывая то, что у меня есть молния, у тебя, наверное, ее нет. У меня больше шансов забрать здание, да. Ну да, типа, да, я пламенного еще слил. Принц, пошел в жопу, хорош. Пошел в жопу. Чё у тебя так много дефа? Да, у меня что-то прямо этот контрю, вот так пойти не могу, блин. Да что-то такое, блин. Ещё смотри, у меня много армии выжило. Так, у меня есть план капкан. Так. Блин, у тебя молния. А ну попробуй сейчас стражами слови. Давай молнию. Я молнии не кидаю, не-не-не. Ты ж, блин, говнюк. У тебя слишком много дефа, тебе не кажется? Там, короче, такой.
дровосек там вообще, блин. Блин, у тебя ж фаер, я забыл про фаербол. Хотя, в принципе, что там? Дровосек выжил. Я тихо-тихо! Тычку дал. Хорош! Капец, я вообще не могу проатачить у тебя. Так, ты же... Блин, мне не хватает... атаковать? Ладно. Нет, конечно. Ну, у тебя нет здания деф, так что прости, но это минус вышка. А у тебя зап... Нет! Давай. Нет! Чё, молния? Подожди, у меня... А, ну все, у меня молния. Я даже не знаю, забирать вышку. Давай, забирай быстрей! Быстрей забирай! Быстрей! Забирай, да, кидай! Кидай! Ну, кидай! Кидай молнию! Блин. Нормально. Короче, ну, друзья, первая качка из Зигин, открываю сундучок за гемы холдика, изи. Пока что гемы мои, но потом как бы мне кто-то их накинет, ну, да? Ну да, 2500 я тебе должен. Блин, я пока посмотрю, что за колода, что я тебе проиграл. Ну, блин. Я бы не сказал, что ты мне контра, но у тебя побольше шансов в плане того, что ты моего пламенного запом, молнии... понимаешь, это как бы скилл тоже решает в каточках и... Можно ради интереса потом поменяться. Ты возьмешь мою деку, а я твою. А, ну, кстати, да, но это, наверное, не в этом видосике, либо в этом ты хочешь. Да, давай в следующем. Вторая серия, когда, да. Подписывайтесь, как туда вторая. То есть давай, чтобы я не забыли, ты там сундук открываешь? Конечно. Я сделаю скрин, и в следующем видосе берешь ты мою, я твою. И проверим. Так, у меня сейчас падают две леги, вот твои эти варианты, какие леги мне падут? Так, я думаю, тебе Спарки выпадет и Мега-рыцарь. Оставлю на бандитку и принцессу. А, Мега-рыцарь и бревно. Бревно, кстати, это офигенно. Вот это я ванга. Так, ну что? Так, ты готов? Первый кат готов, сейчас главное не попасть в тайминг, это прям важно. Ну что, кидай. Сейчас я буду забирать. Я знаю, что сейчас там будет. В смысле, ты взял контру мне? Ну, в смысле, ну я ж не знаю, какая у тебя колода, но я этот предполагаю, что там голем. Блин, я что такой предсказуемый? Ну ладно. Не, ну если у тебя голем, то у меня много шансов выиграть. Ну нет, не говори, что... Че ты взял? Скажу. Нет. Че у тебя? Ну... Я не скажу. А в смысле, че у тебя много шансов? Че, голем вообще нету шансов у никого? У тебя какой-то спеллбейт, либо... Да, ну мы так не договаривались. Мы же договаривались, что я тоже сундук хочу. Ладно. Опа, смотри, дудец, дудюга выживает. Ну нет, ну чё, ты. А чё пекаточку не дал вторую? Короче, пацаны, изи катка против голема. Нет, еще не изи, еще не изи, пацаны. Рано радуется Руин. Блин, надо было брать другую деку. А я еще думаю, такой, возьму-ка я мортиру, короче. И думаю, пойду в тайминг, не взял. А что у тебя есть там, Poison? Не знаю. Я не в теме. Пошел вон, тихо! Так как дудец быстро-то... Дудецу реально респект. Вообще капец, подставил меня. Темный принц. Ладно, иди ты. Так, пацаны, ну, слушайте, два сундука тоже, в принципе, неплохо, мне хватит, да? Но лучше, конечно, 4. Конечно. Добьют копеечки? Это долгушка, да? Да, бьют. Окей. Да, а что мне там? Что скажешь? Идет пека против голема. Ну, сейчас посмотрим. Блин, дракон, конечно, это вообще не по-пацански, блин. По-пацански. Так. А что я так вечно кидаю криво зап? Так, ну что теперь скажешь? Подожди, ты вышку еще не забрал? Да. Как? У меня там жив дудец, видишь, дудец. Да? Ну это он жив сейчас. А дальше что? Так. В принципе, неплохо, да? Черт возьми, только не треха, пожалуйста, окей, да? Да, конечно. У тебя ж есть чем... Да, аж все, шахтер на деф, это пацаны. Шахтер на деф, это реально красиво. Так, хорошо, неплохо, нормально, зап. Хорошо. Боже мой. Так что же происходит, да? Так, ну голем это был... Так, подожди, я еще не проиграл. Ты что, запнул? Тихо. Еще тычку. Я тебя понял, принц реально красавчик. Треха. О, ебой. Ну что? Ребята, все было честно. Класс. Мне это все нравится. Ну что, я теперь открываю легендарный сундучок. Давай. Чтоб тебе выпали элитные варвары. Понеслась, мужики. Моя очередь. Так... золото, так, молчу, чтобы вы смотрели, переходили. О, кстати, друзья, воспользуюсь моментом, как раз на уровень пропиарюсь. У меня есть второй канал, я там провожу стримы по PUBG и стримлю со своим сыном CS. Подписывайтесь, ссылка в описании. Все.
Так, друзья, я вырезал нужный момент, да, то есть мы там оговорились, поэтому продолжаем, что ты сундук открываешь? Да, я уже открыл почти. Опа, вот это эпики, вы таких эпиков, ребята, не видели. Ставлю на Спарки и бандитку от тебя, реально. Так, ладно, я тогда ставлю на громовержца, либо бандитку тоже, думаю, посмотрим. Что там? Фу, блин, лажа. Короче, что мне было? Выпал мега-рыцарь и выпал дровосек. Дровосек 5 уровня, а мега-рыцарь а говно. Не, ну, а вдруг его потом улучшат, короче. Ну ладно, возьму мега-рыцарь. Ах, так, ну что? Счет 1-1. Когда ты кидаешь, да? Счет 1-1. А, ты готов? Я готов, да-да-да. Поехали. Ты взял Адеку, который ты вот прям точно не ожидаешь, я в этом уверен. Ты тоже эту Адеку точно не ожидаешь. Я эту деку, ребята, хочу еще показать вам в глобале потом в следующих выпусках, поэтому подписывайтесь на канал. Так. Я думаю, что у тебя... Такая же дека? Мне кажется, у тебя кладбище. Я угадал? Да иди в задницу, как ты... Ты серьезно? Не, реально, читать холдик это вообще самое... Да ну нах ты, я серьезно не палил деку, не знаю, откуда он знает. Не палил, да. В смысле, а откуда ты знаешь, что у меня кладбище? Ты че? А у тебя че? Я не скажу. Не, ну у меня топ-дека. А, у тебя что, бриз спам какой-то или... Чё, у тебя вообще, это гигант? Что? А вот этот дядька, он сильно валит его на... Блин, вот я лучше бы окружу. Хотя, слушай, нормас гублин. Ой-ой-ой, урон прошел. Твою медь. Так, волосы меня заколебали. Да, они мне очень сильно мешают. Из-за этого я проиграл про вторую катку. Кладбище, да? Да нет, чё, я дурак? Я знал, но у меня на кладбище есть сюрприз. Да ну... Ну, кстати, ну не фулл контрит, смотри. Ну, а, так ты ж криво выбросил поизон. Да, да, криво. Ну, в смысле, этот поизон был задуман, понимаешь, по тактике. Так. Не, я бандитке не дам. Можешь не надеяться. Ну, она заберет всех луков. Да нет, пожалуйста, нет, тихо! Оо. Так, кладбище, ну... Слушай, ну у меня контра твоя колоды, по идее. Типа, у меня я на кладбище, но... Да иди ты в пень, короче, понял? Тесла, вообще капец. Окей, просто бочка идеальная на выстрел. Я вижу, куда бочка летит. Со мной такой номер не пройдет. Нет, только не... Фу, слава богу, он косой. Он косой. Вообще капец. Проблема в том, что на кладбище не хватает. Поэтому давайте бандитку уничтожим. Не знаешь, что это обман, на кладбище не хватает. Да, у него на кладбище хватает еще на одной, я в этом уверен. Да нет, серьезно, не хватает. Так, у меня должен быть коварный план, то есть я кидаю магического лучника. Давай. Что происходит? Что? Ну, не знаю. Всё поломать, а я тупой. Вырежи это и вначале, с контекста вырежи и вставят. Что такое? Ничего, забей. Капец, я забыл, что у тебя... А не, нихера себе продамажил, дядя. А почему не дает... Он дебил, да? Он просто право-лево, но никак не... Я одного не понимаю, почему я пошел на другую сторону. Я забыл, что у тебя... Яд. А вот сейчас, кстати, ты зря яд не используешь. Ну ты вышку не забрал, мой лучник выживет. Да, блин, ну только вот знаешь, в чем проблема? Что... ну, короче, иди в пень. Нормально, слышу. Мне нечем добивать. Башня! Ну, он тычку дал. Смотри, у меня есть план капкан. Да иди ж в пень. Боже мой, сейчас вот эти вот луки... я тебя понял, хорошо. Ты меня понял? Так. Так. Киберспорт, ой. Яд? Ну нет. Да ну что такое, почему, короче, я проигрываю? Этот заход закончится, минус вышка, наблюдаете, да? Вот сейчас, ну давай, летят. Давай, мы ждем. Луки, блин. Так. Я жду. Ой, да почему? Тихо, не попадай, тупой, не попадай. Блин, если бы еще немножко. Так. Да блин, у тебя ты реально контра. У тебя проблема, да? Как бы у меня яд и бревно, и у тебя все. Думаешь? Да, я уверен. А я не знаю. Че там? Че? Серьезно? У тебя проблемы, да, сейчас? Подожди. Я просто ору. Я угораю. А, я не могу. Че там, Рубин, как дела? Не, дела красивые, дела под контролем, правда. Пацаны, изи, еще один легендарный сундук. Спасибо за легендарку, Рубин. Фух, а было реально потно.
Мне понравилось. Получается, еще одна катка, да? Еще одна катка, да, тебе надо будет постараться. Сейчас, секундочку, можешь поставить на паузу? Нет, я открываю сундук. А, да, открываю сундук, ладно, окей. Так, сейчас я открою сундук и поставим на паузу. Так, тут пушечка. Он хочет со мной, наверное, договориться. Можно я выиграю, да, пожалуйста? Третий бой выиграть, да-да-да. Нет, я договариваться не буду ни в коем случае с тобой. Можешь даже не предлагать ничего. Мне не нужен твой хайп. Леги! Как думаешь, какие леги? Быстрей. Гендарк? А, зап, ой, зап, блин, бревно и принцесса. Бревно. Ты угадал. А принцесса? Нет, спарки. Я беру, блин, короче, не очень с легами. Короче, теперь я взял колоду, которая вот прям вот 100% тебе выиграет, правда. Я готов. Готов, да? Окей, да. Это третья катка получается. Да. Не, стоп, четвертая. Нет, это третья. Нет, это четвертая. Да, это третья. Первую ты выиграл, две выиграл я, а это четвертая. Последняя. А, понял. Так, ну сейчас мы рискнем, короче, друзья. Это прям реально киберриск. Ну, погнали. Погнали. Ну, предыдущая была, ты не подрасчитал. Ну, там фейл, понимаешь? 30 хп, это было вообще не по плану. Ну да, если бы ты не знал, что не добьет, возможно, ты задефал бы. И добил бы чуть попозже. Опа. Не, я ненавижу это гейство. Не надо, только не говори, что ты с мортирой. Я с мортирой. А, ты со своей колодой, короче, да? А что это за... А, типа что это? А это... Какого контра? Я не знаю. Не-не, я просто... Это был вопрос, это не контра. А, я не знаю, контра или нет, у тебя хоп. Принц мудила, конечно, реально. Передай ему привет. Окей. Чё там за тебя, короче, эти... Сокланы? Ну, конечно, мои пацаны. Блин, торнадо... Слушай, ну торнадо это, конечно, да, это перебор. А ничего, что одна муха, блин, бьет по моей башне? Пацаны, изи катка, короче. Глянь на главное, просто там 200 хп осталось. Я заберу главное. Так. Хорошо, сразу иди на главное. Блин, я что-то не по таймингу морду кинул. Да как раз таки у тебя все хорошо, я тебе хочу сказать. Я тоже так думаю. У тебя, блин... Ладно. Ничего, как успехи? Все нормально, не переживай. У меня к тебе еще сюрприз. Думаешь? Да. Давай, Ардумух. Блин, я хотел тебя напугать, чтобы ты их не выбрасывал. В итоге ты... Ну ты сказал, я кинул, слушай, все. Ладно. Ну, кстати, ты что, задефаешь это? Я не понимаю. У тебя что, бесконечный эликсир? О, ну, вот блин, это... конечно. Ну все, до свидания. А, ну... ты вышки не собрал. В смысле не собрал? Просто. Фак. Так, ну у тебя, походу, сейчас... А, ты тоже не забрал? Ну, я заберу в любую секунду. Да? У меня есть молния, поэтому да. Молния? Да. Я тоже. Так, понял. Понял, да? Сейчас банда гоблинов плюс хок. Я прочитал, понял. Тебя. Ловлю банда гоблинов. Дядя, ты что, серьезно, ну, думаешь, добьешь? Нет, да? Как это нет? Так, в любой ситуации чем-то я добью, так что все. Ага, я знаю, что у тебя там за карты. Так, я видел твой стрим. Ну да, ладно, я отдаю тебе. Все, так, хорош, правильное решение. Это было умно. Я заберу с твоего позволения вот так вот, можно, окей? Да, давай, давай. Все, все. Ты чё? Тихо, тихо. Тихо. Я такой смотрю, капец, а какого чёрта? Я не понимаю, как ты законтрил? Я думал, ты чё? Так, наверное, подкидывать смысла нету, поэтому... Да есть, есть, реально, кидай. Да. Чё-то как-то всё не по плану. Я тебе хочу проспойлерить, да, торнадо я ещё не откатился. Поэтому у тебя есть шанс сейчас пройти. Так, тихо. Хок, я тебя люблю, серьезно, но это мало урона. 1700. Угу. Так. Сидим, потеем, что-то. Я даже не хочу комментировать, я хочу все сделать. Блин, я слил ледяного колдуна. О! Два принца, ты издеваешься? Страшно, тихо, Ты вышку не забрал, подожди. Еще один заход сделаем. Пацаны, я хочу сделать только одно, да? Выиграть. Ты чё, прикалываешься? Я не прикалываюсь, серьёзно. А мортира-то среагировала? Подожди. Тихо. Мортира среагировала? Да ладно, нет! Ещё тычку, давай, морта, ну! Да ты тупая, мортира, серьёзно. Боже, почему не хватило немножко вообще? Ты рофлишь 600 хп на главном. Иди умри, гигант. Пацаны, у меня Poison. Ну давай, что, успеешь? Я выбрасываю Poison. Давай, я не дефаю Хога, я даю фору. Давай, кто быстрей? Давай. Так я быстрее, алё. Давай, а ну.
Замахнулся, ну что это за хрень? Это не друзья, друзья, я ради справедливости, я выиграл по-честному, я не поддавался, ну хотя в конце так немного. Но я даю Рувину открыть легендарный сундук. Вот я думаю, вы будете не против. Не согласен, нет, нет, нет. Не согласен? Нет. Я открываю и ищу да. Еще один бой. Еще одну катку сыграть, да? Ну это типа прям вот... то есть ты вот по-честному, да? Вот за честный только выиграешь. Тогда я открываю легендарный сундук. Давай. Пацаны, сколько? 7, я 500, хотел, да? Мне хотел пожалеть Рувина, но нет, Рувин, короче, не согласен и... Опа, элитные варвары выпали. С твоей колоды. Чё, брать их, нет? Да, конечно. Так, Хуркик. Так. Блин, конечно, обыдно, а реально обыдно. Ну, чё, я не знаю, я возьму какую-то тогда колоду с Тиви Рояля, не знаю, какую взять деку. Не, ну у меня дек уже готова, этой деке ты проиграешь 200%, то есть это прям киберспорт. Ого, так, а вот это уже интересно. Тогда я, смотрите, пацаны, беру... Слушай, ну ты вот, окей, окей. Сюрприз будет сейчас. Сюрприз, ну давай, да. Поехали, кидай. Так, поехали, кидаю дружеский бой. Ты, блин, а там, наверное, видно, когда ты находишься в менюшке. Сейчас не, задаю. Я тебе серьезно не смотрел, ну по-честному же играем, зачем мне палить твою деку? Так, ладно. Блин, я ставлю, что у тебя гигант. Опять колдун, слушай, у тебя в каждой катке колдун, серьезно. И ты эту деку любишь, поверь. Так. Боже, ты сейчас серьезно, да, типа, лол? Это ров. А чё у тебя за дека, ну? Я ненавижу этого вонючего арбалета. А с чем ты играешь? Ты что, по идее, должен его дефать, да? Конечно, да. Принц, хорош, блин. Арбалет, отстань от меня. Так. Арбалет, так, надо думать, что с ним делать. Так. Ладно, ребят, есть план. По захвату этой вселенной. Опа. Не, ну твой колдун не особо контрит, скажу тебе честно. Я рано, наверное, выбросил бревно, ёбки. Да, да, это правильно. Ну вот я тебе хочу сказать, мне кладбище дефать реально будет сложно, у меня нету пойзена. Так, но у меня на арбалет тоже проблема, у меня на арбалет бревно. А ну? Вот что с ним мне делать? Я серьезно не знаю, это прям издевательство. Ну, опа, а чё, пушка есть, норм? Норм, да. Пушка, может быть ты этот, да? Пушка, как тебе моя пушка? Нормально, оп. Все, пошел урон, пошел дэмэдж. Так, ну ледяного колдуна нету смысла дефать, там в любом случае. Ну смотри, так вот же две вышки, то есть не одну. Может быть получится что-то серьезное под конец. Давай. Так, я не понял, откуда урон? Все, колдун, глянь, обогнал по урону, просто один колдун. И сейчас я знаю... Пау! Да, ну вот у меня реально на него ничего нет. Блин. Пацаны, я чувствую подставу, где... Не, ну у меня тут пушка уже не прокатит. Паша, ну это минус башня. Ну я хочу как-то законтрить. Стоп, не минус башня. Нет, не минус, я тебе не отдам, да. Лол. Корвалол. 800 хп, не так уж и мало осталось. Я не понял, а чё у меня так... О, братан. Я что, не попадаю? Фейл. Ты попазал по колдуну, да? Опа. Чап. Опа-на. А мой принц никогда не сдавал? Да. Я дебил. Так. Так. 20... Слушай, 27 секунд. Ну я ракетой же, думаю, добью справа. Она мне сколько конечно... хватит? Нет, ты лучше ракету на темного принца кинь. Это реально более выгодно. Я серьезно. Так. Если без шуток просто. Надо не... Кидай ракету на кладбище. Вот кладбище, кидай, блин, не тупи. Так. 24 я же заберу, да. А как мне арбалет теперь ставить на этой области? Так, ну давай, желаю удачи. Ну, арбалет это уже как бы, это уже... Ну блин, открытая область, сложно будет. Да. Вот в этом плане, да. Капец! Пацаны, ну, сейчас мы его сделаем. Если бы я ледяного колдуна тогда выбросил на темного принца... Он бы не нанес столько урона. А я, блин, на кладбище, ёпки, ду дебил. А ты что, серьезно, поддаешься мне? Конечно. Да. Подожди, нет. Я не попал по башне. А по башне? Слушай, это уже перебор. Это уже, да, косоглазие. Так. Ты знаешь, что это может быть изи минус вышка? Я сомневаюсь в этом. Думаешь? Это минус вышка. Тихо. Не, это не минус. Тихо! Ты куда разошелся? Так, 207 хп. Ну давай. Что ты на это скажешь?
Угу, угу. Я все-таки законтрюсь? Нет, не законтришься. Да. Тихо. Да ну нет, ну... Рувин. А, где, где мои скелетики? Что-то я не понял прикола. А что ты на это скажешь? Скажу, значит, так. Я буду контриться, и просто в один прекрасный момент я тебя заберу. А я тебе специально этого не даю сделать. Думаешь? Да. Давай, выбрасывай кладбище, сейчас самый раз. Только не говори. Да все. Я даже дефаться не буду. Ну мы договорились, как бы, что последнюю катку холдик проиграет, чтобы было все более-менее нормально. Да. Ну что, открывай сундук. Так, сундук, значит, да. Ого, 20... Что, реально мы 25 минут записывали? 20, боже, мне кажется, мы только начали. Охренеть. Ну это достойно, 25 тысяч лайков, серьезно. Да, так. Так, золото. О, так, рейдж или дракон? Рейдж или дракон? Рейдж. Почему шли по гоблины-копейщики? Не знаю, думай сам. Так, я не буду говорить, да-да-да, что я выбираю. Интрига, интрига. Давай хотя бы леги, вот угадай, что выпадет. Я думаю, выпадет пламенный дракон, либо магический лучник. Ревно, либо пламик, я думаю. Это у нас... Капец, мы оба не угадали. Это дровосек и ночная ведьма. Ну, неплохо. Неплохо. Слушай, ой. Ну, да, это кто-то там кричит. Мини-пека. Так, ну что, ребята, в общем, выпуск получился длинным, капец, какой длинным, я не ожидал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если ждете видосики, нажимайте на колокольчик. Ну и вторая серия после 10 тысяч лайков. Да, друзья, набираем лукасы, пилим видосы, так что все, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи, всем пока. До скорых встреч, пока, ребята.